Президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву доложили о ходе расследования инцидента, произошедшего накануне в столице Южной Осетии. Генеральный прокурор Григорий Собаев сообщил, что в рамках возбужденного уголовного дела в настоящее время назначены экспертизы и допрашиваются свидетели по делу. Начальник следственного отдела по расследованию особо важных дел Вильям Бестаев отметил, что возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего Министерства обороны. По части 1 статьи 22 и части 3 статьи 30, часть 1 статьи 105, то есть незаконное хранение огнестрельного оружия и покушение на убийство. 5 октября 2024 года, примерно 21 час 40 минут, по улице Сталина в городе Цхинвал, в районе ресторана «Мина», в ходе возникшей ссоры подозреваемый произвел несколько выстрелов из хранившегося при нем незаконного пистолета в область брюшной полости потерпевшего сотрудника органов внутренних дел. В ходе встречи с президентом Собаев добавил, что будет дана оценка действиям второго сотрудника органов внутренних дел, причинившего огнестрельное ранение в область грудной клетки военнослужащему Министерства обороны из имевшегося табельного огнестрельного оружия. Министр внутренних дел Алан Гучмазов и врио министра обороны Инал Сабанов доложили главе государства о том, что в ведомствах на данный момент проходят служебные проверки. Расследование поручено следственной группе из числа следователей Следственного управления Генеральной прокуратуры. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Президент поручил главам силовых структур провести все необходимые мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего в кратчайшие сроки и докладывать актуальную информацию ежедневно. Все выявленные в ходе расследования причастные лица должны понести наказание, предусмотренное законодательством. Возьмите под личный контроль дисциплину в возглавляемых вами структурах. Мы все желаем скорейшего выздоровления участникам инцидента, но подобное поведение сотрудников силовых структур, как, впрочем, и любых других граждан, неприемлемо и непозволительно, сказал Алан Гаглоев. Анжела Кокоева, Азамат Кудзев, информационный выпуск сегодня.